Здравствуйте, девочки, с вами снова Наташа из Беларуси. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Девчонки, в преддверии Нового года компания SoFeel прислала мне свои подарочки, о которых я и хочу вам сегодня рассказать. Во-первых, если вы до сих пор еще не знаете, что подарить маме, сестре, бабушке, подруге на новогодние рождественские праздники, или, возможно, это вообще не рождественские праздники, может быть, это день рождения у кого-то из ваших близких, или, возможно, вы вообще себе хотите сделать подарок, то вам стоит посмотреть это видео. Во-вторых, если вы уже знакомы с сайтом SoFeel, насмотрели у них что-то, но никак не решали себе приобрести, то компания SoFeel предоставила 15% скидку до праздников, она будет действовать для моих подписчиков. Кодовое слово я оставлю вам внизу на скидку. В-третьих, у компании SoFeel, я уже не раз вам рассказывала, существует очень классная система бонусов. Покупая, я сейчас не знаю точно, уже не помню, покупая, по-моему, на 2000 рублей, вам в корзину добавляются шарм. Смотрите всегда, как только добавили что-то в корзиночку, смотрите, у вас снизу будет показан подарок, то есть это не рандомный какой-то подарок, а вы даже можете его выбрать. Если вы покупаете, по-моему, на 3000 рублей, вам в подарок добавляются сережки. Кстати, на потипе вот таких вот сережек вы можете получить себе в подарок. И если, по-моему, вы там 1004 покупаете, то вам в подарок будет полноценный браслет а-ля Пандора. У меня есть такой браслет, сейчас я вам его достану. Кстати, посмотрите, какая красивая упаковка у компании SoFeel. У них все всегда приходит. Вот такой вот браслетик вам добавится в подарок, если вы купите, по-моему, 1004. Смотрите, добавляйте свою корзину, и вы увидите, что вам там добавляется в подарок. Мне кажется, это очень круто, купить, да, себе какой-то подарок. Допустим, нет, давайте не себе, а, допустим, вашей маме купить какой-то подарок, и плюс еще ко всему придет и вам подарок. Я не знаю таких людей, которые бы не любили подарки. А сейчас я расскажу вам то, что прислали SoFeel мне на обзор мои новогодние подарки. Мне кажется, что об упаковке у SoFeel нет, наверное, смысла разговаривать. Вы сами видите, какие это красивые, классные, качественные упаковки. Все эти упаковочки добавляются вам в заказ бесплатно. Вот такие вот у меня мешочки есть от SoFeel. И вот в этот раз мне пришло вот в таком вот черном мешочке с такой розовой ленточкой. Мне, кстати, черный мешочек больше понравился, но вот этот вот, он, мне кажется, более такой практичный мешочек. Первым делом, что я хочу вам показать. Девочки, опять же, еще раз про упаковочку, одну секундочку. Каждое украшение, каждая сережечка приходит в своем индивидуальном таком вот пакетике с zip-заколочкой. Не будет ничего тереться друг от друга и не будет никаких там потертостей на ваших украшениях. Первое, что я заказала, это подарок для моей мамочки. Я думаю, что такой подарок придется по душе каждой маме, если вы не знали, что подарить своей маме, вы ломали голову всей семьей, папой, то можете обратить внимание вот на такое вот украшение. Посмотрите, это символ бесконечности. Здесь у нас два камушка, розовый и голубой. И у нас здесь выбита мама и имя моей мамы, Люда. То есть это такой символичный подарок моей бесконечной любви к моей мамочке. Я думаю, что каждая мама хотела бы получить от своего ребенка такой подарок. Я сейчас покажу вам покрупнее. О качестве SoFeel-ских украшений я вам рассказывала просто не раз. Я действительно в восторге от этих украшений. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, сейчас сверху будет ссылка. Там я даже сравниваю по качеству SoFeel-ов и очень раскрученный магазин в нашей стране, ювелирный магазин, насколько у SoFeel-ов более тонкая такая качественная работа. Каждый камушек у них вставлен в свою отдельную ячеечку. У них ничего не вклеено, знаете, как в дешевой бижутерии. Нет, у них все вставлено, все настолько аккуратненько, такое чувство, что это прям не ручная работа, ничего такого топорного, каких-то там шероховатостей, потому что у меня был браслет с магазина, и он постоянно у меня цеплял шелковые вещи. Так вот, с ювелирными украшениями SoFeel такого никогда не происходит. Сами посмотрите, какая тонкая работа, как четко и красиво выгравировано имя и
слово «мама» на этом украшении. Мне очень нравится это украшение. Плюс украшение Софил, посмотрите, какая здесь цепочка. То есть каждый сможет регулировать на ту длину, на которую любите носить. Кто-то любит носить у самой шейки, кто-то любит носить прям у декольте. Здесь целых 4 кружочка, на которые вы можете регулировать длину цепочки. То есть вам не надо будет покупать 10 цепочек, вам справитесь с одной цепочкой, будете носить так, как любите вы, а во-вторых, что у кого-то кто-то очень худенький, а кто-то, наоборот, и не особо худенький, тем более наши мамы уже все в возрасте, в основной массе, моей маме уже 65 лет, в этом году будет 66 лет, да, и не у всех тонкая лебединая шея, да, вот. Это украшение подойдет каждой маме. Если давно искали и хотели что-то действительно классное и от души подарить своей маме, обратите внимание именно на вот это вот украшение. Дальше, девчонки, мои подарочки. Все уже видели мое украшение, и я знаю точно, что многие девчонки заказали эту снежинку. Это такой кулон, еще у меня есть колечко, такая снежинка, и я заказала себе в комплект к этой снежинке вот такие вот сережки. У них есть и именно вот такие вот снежинки, но мне почему-то не захотелось снежинки, я захотела что-то такое поменьше, поаккуратнее, и здесь вот такие вот звездочки, но их возможно перепутать и со снежинками. Также камушки все переливаются, все красиво выполнено, они маленькие, аккуратненькие, ложатся прямо на мочку уха, мне очень нравятся, легкие, комфортные, ношу их в последнее время, не снимая. И самый огромный плюс, по-моему, они там стоят что-то около 1000 рублей, что не может не радовать. Ну и дальше, девочки, то, что на мне надето. Вы уже видели вот это вот колье, и колье у меня есть вот такие вот серьги. Мне безумно, я влюбилась в этот комплект. Посмотрите, как он переливается. Каждый камушек, он тоже вставлен. Это сочетание серебра с позолотой в виде капелек. Смотрится, мне, поверьте мне, девчонки, вообще никто не догадался, что это серебро, настолько качественно и круто выполнены эти украшения. Если вы давно искали себе какой-то универсальный комплект, с которым и в пир, и в мир, то можете определенно обратить внимание именно на этот комплект, он мне очень нравится, я прям ношу его под все, и просто под рубашку, и под вечернее платье, он смотрится круто везде. Сами посмотрите ближе, какое хорошее качество у этих украшений. Ну что, убедились, что качество действительно крутое, я очень довольна этим комплектом, я безумно счастлива, что выбрала именно его, и знаете, когда смотришь на человека, когда видишь, как оно выглядит, намного легче понять, пойдет оно вам, не пойдет, понравится оно вам, не понравится, когда смотришь на картинки, оно лежит, все совершенно не так. Так, девчонки, последняя вещь, я вас, наверное, уже уморила своими подарками, о которой я хотела вам рассказать. Вы видели, опять же, у меня вот такие вот индийском стиле браслетики, и я дополнила свою коллекцию. В этот раз я взяла себе серебристого цвета браслет, и посмотрите, что у нас здесь. А тут у нас такое сердечко, и внутри вставлена фотография я и моей собаки. Это моя собачка Алина. Теперь каждый раз, когда я буду надевать эти браслетики, со мной будет мой любимый зверек. В это сердечко можете ставить, конечно же, не только вашего зверька, вы можете ставить и просто себя, если вы любите больше всего себя, либо вашего мужа, вашего брата, маму, папу, кого угодно. Это также хороший будет подарок, если вы хотите, чтобы ваш молодой человек постоянно помнил о вас. Не обязательно заказывать подвеску, у компании SoFeel есть огромный выбор вот таких вот фотошармов. Вы можете заказать и кулон с вашей фотографией, и браслет с вашей фотографией, все что угодно. Браслет также выполнен очень качественно. Здесь везде логотипы SoFeel. Везде на всех украшениях SoFeel есть пробы. И каждое украшение SoFeel, знаете, у них вот такие вот фирменные бирочки, на которые написан фирменный знак компании SoFeel. Посмотрите, вот здесь вот висят фирменные бирочки. Еще раз отмечу, что настолько тонкая работа, настолько качественная работа, что никто никогда не догадается, что это всего лишь серебро.
серебро. Вот и все, девчонки, что я хотела рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс. Обязательно, если давно хотели что-то заказать, пользуйтесь скидкой. Делайте себе подарки, радуйте себя в преддверии Нового года. Всем спасибо, пока-пока!